В Лачинском районе обнаружено еще 100 противопехотных мин типа Н-001М, произведенных в Армении в 2021 году. Мины были установлены в ущелье в северо-восточной части горы Бюйк-Ишыгылы. Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, мины были вывезены с территории с учетом соблюдения мер безопасности. Отмечается, что инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают процесс очистки территории и путей снабжения, заминированных диверсионными группами во время широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении. Работы по инженерному обеспечению продолжаются.